Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Trail 2001 года выпуска. Двигатель 2 литра автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 199 тысяч километров. Захрустел передний левый привод. Поднимаю автомобиль, снимаю левое колесо и откручиваю центральную гайку привода. Поднял автомобиль, снял колесо. Немножко почищу резьбу. Смажу ее. Гайка на 32. Привод, видно, двигается легко, смазан. Откручиваю наконечник рулевой тяги. Здесь шплинт. Я кулак поворотный сниму полностью, чтобы мне удобнее было. Головка на 19. Тяга живая, наконечник живой. Откручиваю датчик АБС, головка на 12. Аккуратненько отверточкой, чтобы его не поломать. Он идет. Все, почищу, потом поставим. Теперь откручиваю две гайки крепления стойки. Откручиваю суппорт. Суппорт у нас крепится тоже двумя болтами на 19. Даже больше, на 22.
и подвешиваю его. Все, остается нам открутить шаровую опору. Шаровая опора на 22. Все, гайку шаровую я открутил. Болты со стойки снял. Отводим немножко в сторону. Привод от стойки поднимаем. Вытаскиваю до конца гайку, потому что палец длинный, привод упирается. Ну а теперь что нам остается? Нам остается снять хомут, пыльник капроновый, и он живой. Я его постараюсь и оставить. Шаровая живая. И даже хомут, наверное, я тоже ставлю родной. Да, конец пришел сепаратору, и пришел ему конец по причине того, что смазка со временем, она просто высохла, подтеков не было, ничего нет, она сама по себе ушла, ее мало. Беру съемник. Thank you.
Ну все, поджал. Откручиваю гайку, то есть закручиваю гайку. Привод снят. Вот хорошо видно, в пыльнике смазки нет. И здесь смазки нет. Шары, они перекаленные, они не блестящие, они какие-то желтые. От этого шарус и умер. Вытираю все здесь. Стопор оставляю. Этот же, он живой, его не срезало. Беру новую гранату. Новую гранату буду использовать фирмы Zekert. Идет GS3813. Здесь написано Maxima X-Trail Т30, а Maxima 33 кузов. В комплекте идет два хомута. Идет смазка. Эту смазку я набью в шрус, а сюда набью дополнительно смазки. Идет сам шрус. Внутри он не набитый, гайка. Ну, гайку оставлю тоже родную, потому что она с пресс-шайбой родная. Открываю смазку. Та смазка, которая идет в комплекте, 90 грамм, это вообще очень мало. А это набиваю в шрус вовнутрь. На привод в среднем нужно 250-300 грамм. Опять же, есть привода мелкие. Вот этот крупный. Вот всю тубу я выдавил. И она вся ушла в шрус. По шарам она еще даже вон только-только начала появляться. И как этой смазки может хватить на привод? Конечно, ее не хватит. Шрус МС. Добавляю пыльник. Берем гранату, покручивая, ловим шлиц. Все, она сидит на стопоре. Одеваем пыльник.
Одеваем хомут. Все. Хомут сидит на месте. Беру зажим, зажимаю. Все. Зажато. Еще перепроверим. Да, зажато. Беру, смазываю шлицевую. Беру ступицу, завожу гранату в ступицу, одеваю на шаровую опору и чуть-чуть приподнимаю на гайку на шаровой, сразу наживить, потому что потом ее одеть будет гораздо сложнее. Смазываю болты. Нажимаем гайку. И чищу ступицу. Беру тормозной диск, ставлю его на место. Снимаем суппорт и перекручиваем его. Thank you.
Затягиваем. Суппорт я подтянул. Наживляем и затягиваем гайки на стойку. Также ставим на место датчик. Посадочная на датчике. Сам датчик пластиковый, но я его все равно смажу. Одеваем наконечник. Затягиваем шаровую опору. Все, гайку шаровой опоры подтянул. Затягиваем гайку привода. Фиксируем через вентиляцию отверткой металлической. И затягиваем. Все, гайка затянута, наконечник затянут. Стойка прикручена, датчик стоит, шаровая затянута, суппорт затянут. Остается только поставить колесо. И на этом замену привода, вернее шрус, я закончил. Всего вам доброго.